Стой с другой стороны, а кусочек один себе с собой забирайте. Раз. И еще один кусочек. Просто угощаем. Ну, можно просто кусочек отламывать. Ой, даже не достал, да я кусочек возьму, тогда тоже не говорить, что надо. Это просто свадьба Куриловых! Курилы с нами! Вы уже это как-то рано начали, рано еще тебе сказали, а вы уже как раз... Так, внимание, внимание, внимание. Андрей. Так, Андрей. Вячеслав. Вячеслав. Дарья. Евгения. Евгения. Людмила. Ольга. Ольга. Михаил. Опа-на! Мы поменялись! Два с половиной, три! Часы! Начали! Так, вот кто-то снял, а кто-то наши покидывает. О, начали! Только лево! Не-не-не, они должны собирать, они уже на... Не-не-не, ну бегайте собирать. Только слева, я посмотрю, только слева на них. А мы посчитаем сейчас, да. Так, внимание! Все, стоп! Давай, снимай! Стоп! Все. Я тебя не подсказал, они сами все решают. Но все-таки, наконец-то, этот день случился, настал, можно сказать. Поздравляем вас, дорогие молодожены. Это как Уральский Майдан, ё-моё. Это просто свадьба Куриловых. Курилы с нами. Так, газички, потом плавно. Все у нас гости сейчас что-то подумают хорошее, что-то для них пожелают. Пусть нас отправят на этот замечательный огонь, который перейдет к нашим молодым. Ну а родители наших ребят торжественно зажгут этот замечательный семейный очаг. Передаю свой семейный заповедь молодой семье. Давайте поаплодируем. Дай Бог вам радости, удачи и смехов во всем. Самое-самое лучшее. Всего, что вы пожелаете, чтобы в вашей жизни были...